Представители общественного совета при Министерстве обороны России посетили несколько военных объектов в Крыму и Севастополе. Делегация встретилась с командованием Черноморского флота и городскими властями, а также пообщалась с курсантами Высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова. Также представители совета посетили клинический госпиталь, осмотрели его материально-техническую базу и условия размещения больных, побеседовали с медперсоналом. Кроме того, члены делегации побывали на фрегате «Адмирал Макаров», где для них выступили флотские артисты. С одной стороны, это кажется, что некая формальность. Ну, вроде пришли люди в черных пальто, не похожие на флотских офицеров, там, на военнослужащих. На самом деле это посещение друзьями министра обороны. Вот тех военных территорий, на которых не может оказаться любой член нашего общества. Одна из основных задач общественного совета при военном ведомстве – привлечение граждан к формированию государственной политики в области обороны, а также выдвижение и поддержке инициатив, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов жителей.